После капитального ремонта и переоснащения был открыт большой звездный зал в Нижегородском планетарии. А во дворе планетария появился памятник знаменитому космонавту Георгию Гречко. После капитального ремонта и переоснащения был открыт большой звездный зал в Нижегородском планетарии. Ремонт и модернизация оборудования стали возможны благодаря спонсорской поддержке компании Intel. Компания планирует проводить лекции, мастер-классы и экскурсии в планетарии. После ремонта в планетарии появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные комфортные кресла для посетителей, новая акустическая система. Благодаря нововведениям для посетителей стали доступны полноразмерные купольные программы в качестве 4К. Собираюсь прийти в обновленный планетарий с детьми, и вам советую приходить сюда всей семьей. Молодое поколение, в отличие от нас, уже привыкло к совсем другому качеству картинки. Помимо ремонта зала, возле здания планетария появился памятник герою Советского Союза космонавту Георгию Гречко.